Мы сегодня празднуем 4 июля, День независимости. Американцы, конечно, делают хот-доги, хамбургеры, а мы делаем наш любимый плов. Ура! На костре. Вкусняшку. Плов – это вкусняшка. Мясо было виднее, да, на солнце, да, да. Как переливается, блестит, играет своими... соками. Бриллиантами. Нежными соками, соками. Ну, либо не соками. Соками, знаешь, нежное, нежнейшее, нежное мясо. Говядина. Баранину я сегодня не ложил. Так что, у нас сегодня праздник. Да, малым себя, как можем. Вот такой вот у нас плов получился чудесный. Сейчас будем пробовать. Ура! Вот такой у нас получился красивейший плов. Часть дня независимости. Дмитрий у нас молодец, сделал самый вкуснячий. И у нас здесь овощная нарезочка. Здесь у нас помидорки черри, зеленый лучок, болгарский перец, редисочка. Кстати, вы пробовали зуккини? Свежая зуккини порезанная, как огурчики. А там же еще также сквашики. Это значит тыквочки такие. И там огурчики есть. И все это макаешь в такой ренчик. Ну или какой-нибудь соус у вас. Это вообще вкуснятина. А еще у нас есть такой красивейший и вкуснейший арбуз. У нас есть клубника и виноград. В общем, мы сейчас будем вкушать эту вкуснятину. И потом у нас будет праздник. В Америке живем мы очень в интересном районе. Нам очень повезло с нашими соседями. Обычно, особенно на 4 июля, они устраивают очень интересные посиделки. Это начинается с раннего вечера. Все приносят свои стульчики, одеялки, какие-то там напитки, приносят фейерверки, отдают вот это вот напротив дом, который где стоит двухэтажный, все подносят к этому дому. И уже от этого дома там мужчины, ответственность несут, чтобы там, во-первых, ведра стояли, во-вторых, шланги с водой были, в-третьих, чтобы близко никто не подходил, там они расчерчивают этими мелками, чтобы в каком районе это должно было, ну, зажигалочки эти все проходить. И так все дружно сидят, музыка играет, и допоздна все люди сидят. Я вам скажу, что с других даже улиц, ну, как бы с другого района, скажем так, приходят даже к нам, потому что очень им нравится, как тихо, по-семейному, по-спокойному. Ну, как тихо, я имею в виду, все по-семейному. Без никаких вот этих вот лишних, разбоев и туда подобное. Нам очень повезло. И так каждый год. И рассылают они, напоминают, что там сегодня у нас будут посиделки, вот, чтобы не забыли прийти, вот, и обязательно, чтобы там принесли какие-нибудь там перекусы себе, приглашали своих друзей. В общем, нам очень повезло. Так что я надеюсь, что и вам, где вы живете, тоже повезло с вашими соседями. Вот. Так что, если вдруг кто-то рассказывает истории какие-то со страшилками, нам, конечно, повезло очень хорошо. Ну, а если в вашем районе еще такого не делается, как говорится, посиделки, там, допустим, на какой-то праздник, ну, обычно, конечно, американцы любят делать на 4 июля, некоторые делают на День Благодарения, не обязательно в тот день, можно, если люди все заняты, можно какой-то, ну, как другой день назначить к этому, как бы, собираловке этой, и можно самим начать что-то, допустим, сказать, что в этот день соберемся, принесите свои там стульчики раскладные, принесите то, что вы хотите там перекусить, и будем общаться, включите музыку, вот, пообщайтесь, и тем самым вы будете знать, кто у вас живет на ваших улицах, кто ваши соседи, потому что я слышу такие часто разговоры, ой, а кто у вас соседи? Да мы не знаем, кто даже, не знаем, вот приезжает, ну, правильно, если вы не участвуете, как говорится, и не знаете, что происходит у вас рядом под носом, то это, конечно, ваша проблема.
проблемка. Так что берите на заметку, где бы вы ни жили, если вдруг у вас еще такого нету, сделайте сами свою, проявите свою инициативу. У нас даже кто вот был на вот этой последней посиделке, прям сказали, ой, у нас такого, конечно, не делается, но мы на следующий год обязательно что-то устроим и как бы разошлем в ближайшим соседям, что вот в этот день мы именно будем там то-то, то-то, то-то делать, вот, и придумаем такую вот именно посиделку. Я считаю, что это очень хорошая идея. Ну, конечно, если у вас в пределах разумного, хороший район, как говорится, нормальный, этого позволяет, то, я думаю, можно попробовать. Так что хотела с вами поделиться и под эти фейерверки вот, сказать, что мы очень довольны, где мы живем, и очень довольны соседями. И даже бывают такие дни, что помимо вот этих вот праздничных собираловок, у них называется такой типа гаражные посиделки. Каждый месяц какая-то семья из соседей предоставляет свой гараж. И обратно же люди приносят свои какие-то любимые напитки. Вот. И люди стоят там, раскладные стульчики ставят, стоят, разговаривают там, что происходит, за какие-то там, например, там где-то пожары были в Калифорнии, там, ну, где-то еще чего-нибудь. Вообще просто разговаривают. Кто-то рассказывает, что он там какой-то на работе какой-то делает или предоставляет какой-то сервис, даже начинает к нему записываться. Тот человек говорит там, что я тем занимаюсь, знакомят. Вот. И интересное происходит у них, как вот у них здесь называется networking, что каждый друг друга знает. И вот если мы едем где-то, например, не обязательно там по нашим улицам, а допустим где-то там, и они нас увидели, обязательно поднимут руку, поздороваются, улыбнутся. Так что я считаю, что это тоже очень хорошо, когда ты знаешь своих соседей. А имеется в виду дипломатические отношения, такие: привет, пока, чем занимаешься, как это? Это не значит, что каждый день там сидеть и с друг другом общаться. Понятно, какие-то семьи дружат чаще, например, если там у них дети одного возраста, вот у нас у одних соседей там есть бассейн, а у других нету. Смотрю, они друг к другу ходят, общаются. У кого нету бассейна, приходят другим, бассейн купаются. Ну, понятно, это все согласовано заранее, там можно прийти, там это. Так что все стараются как-то быть в хороших отношениях. Так что желаю вам также, чтобы у вас были хорошие соседи, и вы дружили с друг другом, и, как говорится, помогали друг другу, поддерживали друг друга, потому что никогда не знаешь, когда тебе понадобится помощь. Всем удачи!